Tesla бьет собственные рекорды. Крупнейший производитель электромобилей отчитался по итогам третьего квартала. Чистая прибыль почти 14 миллиардов. Правда, это немного меньше, чем прогнозировали эксперты. Зато фактические продажи, более 140 тысяч машин за квартал, оказались выше ожидаемого. И это несмотря на кризис с поставками микросхем, от которого весь год страдают все автопроизводители.